Зимний чемпионат Республики Казахстан по плаванию – один из самых главных этапов соревнований для пловцов. Именно на нем решается, кто из спортсменов войдет в состав национальной сборной и представит страну на мировой арене. Потому борьба за чемпионский титул выдалась особенно напряженной. Одна из участниц соревнований – темиртауская спортсменка Анна Горностаева. Вот уже 7 лет она занимается плаванием и на сегодняшний день является кандидатом в мастера спорта. Говорит, на чемпионате рассчитывала занять призовое место и подтвердить звание мастера спорта, но волнение перед заплывом сказалось на результате. Наверное, все-таки переволновалась, то, что я настроена была на лучшее, сильно волновалась, и результат не очень хороший, не ожидала от себя вообще такого. Тренироваться, работать над своими ошибками. Пытаться меньше волноваться и настраивать себя на дальнейшие дистанции, на следующие соревнования. Тем не менее, Анна заняла 3-е место на дистанции 200 метров в стиле баттерфляй. Всего сборной Карагандинской области, состоящей из 90 спортсменов, удалось завоевать 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей в личном зачете и 3 первых места в эстафетах на 50 и 100 метров в вольном и комбинированном стиле. Несмотря на довольно высокий результат, сборная области заняла лишь 2-е место, уступив столичным гостям. По словам главного судьи соревнований, занять 1-е место в сборной не удалось из-за плохой подготовленности спортсменов. Сейчас уже 2-й год проводится селекционная работа, но это только с учащимися Темиртау. Ну и те спортсмены, которые были набраны еще, как говорится, лет 10 назад, вот они что-то как бы вот на старой базе мы еще это. Очень маленькая подпитка, конечно, идет в интернат перспективными, хорошими спортсменами. Но пытаемся что-то из этой ситуации сейчас выходить. Всего в зимнем чемпионате приняли участие более 300 спортсменов из 12 областей Казахстана. А Темиртау в составе сборной области выступили 40 пловцов. И хоть завоевать чемпионский титул ребятам не удалось, спортсмены не отчаиваются. Говорят, теперь будут готовиться к летнему чемпионату. И, возможно, там темиртауцы смогут взять реванш и принести Карагандинской области заветную победу. Искандер Байкенов, Дмитрий Поленов, новости Темиртау.